Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Филиппо Палаци, итальянский художник, родился в 1818 году в Асто. Переехал в Неаполь в 1837 и поступил в Королевский институт изящных искусств, но через несколько месяцев бросил учебу, чтобы поступить в частную школу художника Джузеппе Банолиса. Через своего брата Джузеппе, который переехал во Францию в 1844 году, он познакомился с живописью Барбизонской школы. Посетил Париж по случаю Всемирной выставки в 1855, затем отправился в Нидерланды. Вернувшись в Париж в 1863, сосредоточился на изучении природы с натурой и принял участие во Всемирной выставке 1867 года, завоевав золотую медаль. В следующем десятилетии продолжалась работа над обращением со светом, как в пейзажах, написанных на открытом воздухе, так и в картинах, изображающих интерьер. Часто писал жанровые сцены детей с животными. Я пользуюсь переводной Википедией. Его единственная картина в музее Каподимонте «Исход животных из ковчега» представляет собой парад различных видов. Будучи сторонником необходимости обновления академического преподавания, он основал Неаполитанское общество содействия прекрасному искусству в 1861 году вместе с Доминико Морелли и художественно-промышленный музей в 1878 году, а два года спустя был назначен директором этого музея. Филиппо Палаци был назначен командором ордена Короны Италии и австрийского ордена Франца Иосифа, а также почетным членом многочисленных академий. Умер в Неаполе в 1899 году. Его братья Франческо Паоло, Джузеппе и Никола Палаци также были художниками. Среди его многочисленных учеников был Джованни Патроне и Гаэтано де Витто. Ну вот так вкратце из Википедии о Филиппо Палаци, итальянском художнике. Пока-пока, до свидания.